сессия — это когда «да, мам, я учусь» действительно означает «да, мама, я учусь». Привет студентам! Это программа «Альма-Матер». И с вами мы, Лена Хроменкова и Миша Коробицкий. И вот о чем мы расскажем вам в этом выпуске. Абитуриенты, держитесь! Стартовало централизованное тестирование. Альма-Матер побывала на первом. Учиться на белорусской мове. В Могилеве появится больше классов, где будут преподавать только на белорусском. С наградами со всероссийского конкурса. Исследования лицеистов Белорусско-Российского университета покорили жюри. Подробности в программе. На этой неделе началось централизованное тестирование. В нашем регионе абитуриенты пройдут почти 32 тысячи тестов. До 27 июня испытания пройдут по 11 дисциплинам. Борьба за право получить студенческий билет началась 13 июня с тестирования по белорусскому языку. Тестирование по белорусскому языку начинается в 11 часов утра, но первые абитуриенты пришли сюда на 3 часа раньше. Вряд ли, чтобы повторить материал, скорее, чтобы настроить себя и успокоиться. Кстати, ребят поддерживают их родители, они сейчас ожидают их возле корпуса вуза и, кажется, волнуются не меньше самих абитуриентов. Я вижу, на вас прям лица нет, все сидите, дрожите. Куда планируете поступать? Технологическое направление у девочки. Куда получится, туда и будем поступать. Держим кулачки, волнуемся, переживаем. Вот сидим, ждем, уже минутки считаем, когда выйдет сестренка, и нас обрадует, что все у нее получилось. К сожалению, популярность белорусского языка среди абитуриентов падает. В этом году в регионе на тестирование по этому предмету подали почти 2000 заявок. Это примерно на 200 меньше, чем в прошлом году. Я сама наставница белорусской мовы и литературы, и поэтому у моего сына не было сомнений, який предмет выбрать. Вот. А поступать мы будем сюда, у наш университет Куляшова, потому что мы вырашили, скажу так, что мы отходили одразу от профессии наставника, мы от ей отштурхнулись, и будем мы выкладчиками математики и информатики. И так само можно на третьем курсе пойти додатково, отримать эдукацию программиста. Она обучалась в школе белорусской, как бы она лучше его понимает, потому что все предметы в основном были на белорусском языке. Естественно, только русский и литература были на русском. Так все у нас преподается на белорусском языке. Куда планируете поступать? Университет продовольствия Могилев. Специальность? Инженер-технолог. В тестах по белорусскому 40 вопросов, 10 из которых без вариантов ответов. В МГУ Куляшова тестирование проходит в поточных аудиториях, где за ходом испытаний следят от 3 до 5 наблюдателей. Место за партой абитуриенты выбирают по жребию. С собой разрешено принести только ручку, паспорт и пропуск. У нас был выпадок, когда в 2006 году человек пронес шпаргалку, более таких выпадков не было. Было несколько выпадков... Пару годов тому, когда проносили мобильный телефон. Теперь уже все ведают это, и как бы таких нема. У нас нема проблем таких. Пункты тестирования работают в Могилеве, Бобруйске, Горках и Климовичах. Традиционно самый большой поток желающих сдать русский язык и математику. Самый непопулярный предмет – география. Результаты тестирования станут известны через 2 недели со дня сдачи. Для тех, кто по уважительной причине не сможет присутствовать на испытаниях, оставили резервный день – 5 июля. Чтобы отлично знать белорусский, хорошо бы на нем размовлять почаще. Тогда и на тесты по белорусскому будет больше желающих. Чтобы укрепить знания родной мовы, в Могилеве продолжают создавать белорусскоязычные классы. Записать туда первоклашек можно уже сейчас. Судовная новина. Все подробности разузнала наш корреспондент Катя Булукова. Русская или белорусская форма обучения. Сегодня, чтобы выбрать ту или иную, нужно просто подчеркнуть нужное в заявлении на зачисление в первый класс. И в новом учебном году первоклассник начнет изучать большинство предметов на выбранном языке. По статистике, 99% могилевских школьников начинают обучение в первом классе на русском языке. В этом году в Могилеве решили открыть 2 белорусскоязычных класса. Были вызначены 2 установы эдукации. У Ленинском районе средняя школа номер 1. У Кастрычницком районе это средняя школа номер 34.
Эти школы выбирали по удобству маршрутов. Но главное, сегодня здесь есть все условия для того, чтобы изучать практически все предметы на родном белорусском языке. И в 2018 году мы планируем открыть на базе школы музей истории школы, а так само распрацовать виртуальные 3D-туры по улицам города Могилёва на белорусской мове и при допомозе наших навученцев. Калі б я ведала аб такой магчымасці, калі я ішла ў першы клас, я б з задавальненнем вывучала ўсе прадметы на беларускай мове. Два белорусскоязычных класса начнут работать, даже если там будет всего один ученик. Такая практика уже есть в школе номер один. Калі ў 2010 годзе мы першы раз прыйшлі ў першы беларускі клас, гэта было наша свядомае рашэнне, бо яна дагэтуль хадзіла ў беларускамоўную групу ў дзіцячым садочку. Вось. Спачатку было 3 чалавекі, потым яна засталася адна. Вось. Зараз Ялінка скончыла 6 клас, сярэдняя адзнака за год 9. Подать заявку на зачисление в классы с белорусской формой обучения можно до 28 августа. В нашей стране чирлидинг появился в 2000-х годах. Сейчас группы поддержки есть почти в каждом университете. В Беларуси проводят соревнования и чемпионаты по чирлидингу. Танцы, акробатика и спортивный дух – все это чирлидинг. Многие уверены, девчонкам из группы поддержки всего-то и надо, что красиво двигаться с помпонами и улыбаться. Чирлидинг – это немножко более уже широкое понятие, спортивный термин, так как это соревнования, это растяжка, это пирамиды, это акробатика. Попробовать себя в роли чирлидера решилась и я. Сначала разминка. Девчонки гнутся, как березки, а я рядом с ними чувствую себя бревном. Ноги разъезжаются, кошмар какой-то. Поднимите меня. С растяжкой не сложилось. Переходим к поддержкам. Им не больно? Нет. Что делать? Раз, два. Ой, простите, я задела. Так, накосячить в первый же день. Похоже, в чирлидеры меня не возьмут. Девчонки успокаивают. Падение и травмы здесь обычное дело. Главное быть одной командой. Тогда все получится. Как здесь высоко? Теперь руки держим. Ноги. Эмоции, конечно, ух. Так. А у вас есть свои кричалки? Да. Какие? Забыла. Забыла кричалку. Ну и, конечно же, помпоны – это главный атрибут чирлидеров. Для чего они нужны вообще, ты знаешь? Ну, это аксессуар, который отличает нас от других и придает больше выразительности и эффекта. В команде только девчонки. С чем это связано? Только девчонок берете? Нет, конечно. Были бы не против мальчиков такой дополнительной силы. Было бы больше поддержек интересных. Вот. Как бы мы вас ждем. Оказывать первую помощь и спасать жизнь учат школьников в Могилевском медицинском колледже. Каждый год накануне каникул здесь аншлаг желающих пройти медподготовку. А для колледжа это еще и своего рода день открытых дверей. Перед зданием Могилевского медицинского колледжа толпа девчонок. Каждый год в это время здесь проводят медицинскую подготовку для школьников. Желающих полный зал, почти 400 человек. Медицинская помощь неотложная, первая, может понадобиться в любую секунду. Это предугадать невозможно. Мы готовы должны быть, и наши дети должны быть к этому готовы. И они, в свою очередь, должны уметь научить своих близких, родных, братьев, сестер. Практические занятия проводят сами учащиеся колледжа. Не только рассказывают, как помочь в случае экстремальной ситуации, а еще и учат преодолевать страх, застенчивость, чтобы оказать помощь правильно. Всем телом, то есть вот так вот, 15, ты делаешь 2 вдоха теперь, быстро. Я рад, что они подарили мне жизнь. А делали все правильно? Да, абсолютно.
Мы немножко стеснялись, но это ничего, как-никак первый раз. Как поступить в случае перелома, кровотечения, как наложить шину и забинтовать рану, должен знать каждый школьник, тем более во время каникул. Вы будете очень часто делать эти повязки. Вот мы были на практике в детском травмопункте, и очень много дети травмируют, с качель падают, и прямо рваные раны. Мы накладывали эти повязки. Попробовала наложить шину при открытом переломе. Ну, немного получилось. Планируешь связать свою жизнь с медициной? Ну, не планирую, больше планирую со спортом, но немного получается. Но в спорте это пригодится. Те, кто все-таки планирует стать медработником, смогли узнать о правилах вступительной кампании в колледж. Для них устроили экскурсию и рассказали о перспективах учебы. Экспериментировать и находить идеи умеют учащиеся лицея Белорусско-Российского университета. За свои решения в области физики они получили награды на Всероссийском конкурсе исследовательских работ. Подробности у нашего корреспондента Надежды Емешкевич. Чтение Вернадского – это конкурс исследовательских работ среди школьников. И учащиеся лицея Белорусско-Российского университета представили на этот конкурс две работы по физике. Одна из таких работ – это изобретение солимера. А девушка Ольга нам сейчас расскажет, что это за прибор такой и для чего он нужен. Солимер – это прибор для экстракции соли в воде. Это нужно в растениеводстве в первую очередь для измерения концентрации соли в удобрениях. То есть это для удобства просто. Также известно, что чем жестче вода, то есть жесткость – это концентрация соли. Чем выше соль, больше соли, тем выше жесткость. И известно то, что если вода очень жесткая, то рыбы лучше размножаются. Ну и также для некоторых рыб жесткость нужна поменьше. Опробуем прибор в деле. В колбу с обычной водой на глаз сыпем соль. Помещаем туда ареометр, который Оля предварительно градуировала, то есть настроила шкалу. 7%. Да, примерно 7%. 7% содержания соли. Соли, да. Ареометр помогает контролировать жесткость воды и в растениеводстве. Например, если долго поливать цветы соленой водой, к растениям будет поступать меньше минеральных веществ. Следить за концентрацией соли надо и в питьевой воде. Вода перед тем, как идти по трубопроводу, она проходит какую-то очистку, то есть смотрится уровень ее жесткости. Если вода слишком жесткая, то у нас происходит коррозия труб, а также жесткая вода очень вредна для нашего организма. Конечно, прибор солимер не новинка. Он давно используется в океанологии, промышленности и энергетике. Задача исследования Оли в домашних условиях – разработать простое устройство для измерения соли в воде. Под руководством преподавателей девушка провела расчеты, опыты, измерила преломление и плотность. Исследование Оли оценили на Всероссийском конкурсе имени Вернадского дипломом первой степени. Дипломы лауреатов и медали на конкурсе получили еще одни учащиеся лицея – Миша Овчинников и Дима Ковалевский. Ребята провели исследование и доказали, что пламя свечи может колебаться в электрическом поле. Такую установку нам удалось собрать. Вот, где-то напряжение на электродах было около 20 тысяч вольт. При подаче электричества мы замечали, что пламя начинает колебаться. Также в ходе исследования нами было открыто такое удивительное явление, что при подаче более большого напряжения на электроды пламя свечи начинало еще быстрее колыхаться, и в ходе чего впоследствии оно затухало вообще, то есть прекращало гореть. На еще одной престижной международной научной конференции «Сахаровские чтения» снова отличились юные физики из лицея БРУ, за исследования, в числе которых и солимер, ребят наградили двумя специальными дипломами. На этом все. Мы ждем вас в «Альма-Матер» каждые две недели. На «Беларусь» 4 Могилев. И, конечно, заходите в нашу группу ВКонтакте. Счастливых билетов на экзаменах! И успешной сдачи сессии. Пока-пока! Подробности в исследовательских работах. Я стою внимательно, залипаю. Извините. Я просто так сказал, как будто там еще, знаешь, 4 предложения. Класс!